Перед нами автомобиль Hi-Fi Y. Данный автомобиль на версии прошивки 301Y. Он был полностью русифицирован для использования нашим клиентам. Пройдемся по буквально нескольким меню, чтобы вы видели, что в принципе у нас получилось. Русский язык при настройке фар, настройке салонного света, вождение, звук, настройки экрана. При переходе на вкладку «Домой» у нас выскакивают виджеты. Они тоже полностью на русском языке, можно будет ими пользоваться. Панель быстрого доступа со всеми быстрыми вкладками, куда можно будет нажать, и, соответственно, выставится настройка автомобиля. Дальше настройки климата. Автомобильные настройки. То есть это здесь все можно будет нажать и, собственно, открыть. Климат, двери и функции комфорта. Также у нас была добавлена панель быстрого доступа для быстрого включения приложений. Яндекс.Навигатор. Наблюдаем то, что карты Санкт-Петербурга у нас загрузились. И можно будет строить маршрут. Дальше у нас такие приложения, как Кион для просмотра фильмов, сериалов, Иви и Кинопоиск. Также можно будет скачивать приложение через магазин RuStore. Все приложения, которые доступны на нашем Ru-пространстве, можно будет отсюда скачать. Допустим, радио Рекорд. Наблюдаем то, что полностью описание приложения, также кнопка «Скачать». Сейчас перейдем ко второму монитору, чтобы вы видели то, что там перевод также сделан. Так, перед нами экран второго монитора. Здесь у нас все полностью на русском языке также. Система, звук, уведомления и все остальные. Приложение у нас здесь доступно как YouTube Rewinded для просмотра. Также можно будет обновить другую версию, соответственно, данного приложения через RuStore. Здесь у нас отображение всех приложений, которые доступны на Ru-пространстве. Любые приложения можно будет скачать и, соответственно, пользоваться. Радио онлайн мы только что скачали. Огромное количество радиостанций. Верхняя шторка. Работу производила компания Xenavi.ru, Санкт-Петербург. Спасибо за внимание.